Носитель этого имени часто неукротим и склонен к дерзости. Но дерзость проявляется очень мягко и звучит как требование. Гласная буква «А» придает движение вперед. Но выбор и нрав этого имени диктуют другие буквы, заключенные в имени носителя. При определенном роковом стечении жизненных обстоятельств зачастую владельцы этого имени превращаются в диктаторов, хотя в обычной жизни они достаточно миролюбивы. Такой человек должен посмотреть на мир и окружающих более оптимистично. Буква «И» в этом имени провоцирует на импульсивные приступы страха за благополучие своего тела, боязнь остаться без денег или другие не столь важные для привычного мира моменты. Звук «Б» в этом имени вызывает стремление финансово обеспечить свою жизнь и отражает стремление к материальным благам. Владельцы этого имени будут проявлять во всем инициативу и не любят рутину. Буква «И» в имени говорит о неполноте и чуждости. Если этот человек чем-то увлечется, то может даже пойти на глупый риск. Носители этого имени – коммуникабельные и харизматичные оптимисты, обладающие замечательным чувством юмора. Склонность к ранней амурной жизни, которая не кончается никогда, но при этом наделяет постоянством и душевным романтизмом носителя имени. Значение буквы «А» в этом имени символизирует обновление, ежедневное возрождение в самом широком смысле. Буква «Н» в этом имени дает людям силы не воспринимать все без разбора. Они всегда стремятся действовать. Чтобы изменить жизнь к лучшему, им необходимо научиться идти на компромиссы. Это поможет сохранить теплые, дружеские и семейные отношения. Буква «Н» в этой личности говорит об строгой избирательности в сердечных привязанностях, а также в словах и поступках. Иногда буква «И» в этом имени может провоцировать сильные приступы страха за свое благополучие и своих дел. Этим людям можно верить, они верны своему слову. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.